В минувшие выходные в торговом центре «Аквамолл» прошел настоящий праздник красоты и здоровья – «Бьюти Масленица». Славянский традиционный праздник, который обычно ассоциируется у жителей с блинами, народными гуляниями и старославянскими обычаями, в этот день приобрел совсем противоположный характер. Мы посчитали, в Ульяновске в эти дни проходит порядка 30-40 мероприятий, связанных с Масленицей. И уверены, что на каждом из них будет очень много народу, потому что Масленица любит это веселье, экшен, чучело, блины. Мы решили, в свою очередь, с моей коллегой Дианой, что нам можно отойти немного от формата стандартной масленицы и придержаться нового формата бьюти-масленицы. Все хотят быть красивыми, стройными, научиться правильно питаться. Масленица без блинов не масленица. А какие могут быть блины, когда речь идет о красоте и здоровье? Конечно же, специальные не менее вкусные низкокалорийные бьюти-блины, рецепт которых был разработан в спецпроекте ЗОЖ-73 рестораном Good Lunch. У нас получается, что мы делаем акцент на здоровом образе жизни, да, что нужно задумываться до того, как оно появилось, заболевание, и привлекает наших горожан к такому процессу. Не обошлось и без спортивных мероприятий. Часовой марафон на тренажерах нового поколения Real Rider стал настоящим испытанием силы духа. Трое добровольцев в течение часа интенсивно крутили педали и жгли. Правда, на этот раз не чучело, а калории. Тысячи калорий за час, не менее жаркие поводы зимы. Поскольку это бьюти-масленица, это что-то такое про красоту, про обновление, про весну, про нас новых в новом теле. Мы предложили такой небольшой эксперимент, продемонстрировать, насколько эффективными могут быть тренировки на велорайдерах. На празднике красоты и здоровья разыграли ценные призы от организаторов и партнеров мероприятия. Такая масленица останется надолго в памяти гостей, а возможно станет толчком к новой здоровой жизни. Кристина Жакот, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.